7 мая 1999 года по инициативе и при содействии Министерства иностранных дел Республики Узбекистан в Большом зале Ташкентской государственной консерватории имени Мухтара Ашрафи состоялся концерт необычного коллектива, духового оркестра, участниками которого являются дети с нарушениями слуха различной степени, воспитанники Ташкентской спецшколы-интерната номер 102 для слабослышащих детей. В 1980 году группа преподавателей – это Марк Сокальский, человек с разносторонними знаниями и интересами, Юрий Поздняковский, замечательный организатор, бывший в ту пору заведующим учебной частью детской музыкальной школы, талантливый пианист, аккордеонист, аранжировщик Евгений Мешков и Рафаэль Аспанов решились на необычный эксперимент под условным названием «Музыка и реабилитация остаточного слуха». Не раз не встречаясь снисходительной улыбки на лицах окружающих, читали недоверие в глазах коллег, чиновников. Кто-то выразился откровенно. Глухому музыка все равно, что слепому живопись. Глухота и музыка. Возможно ли совместить эти, казалось бы, несовместимые понятия? История мировой культуры знает подобные примеры. Однако, восхищаясь жизненным подвигом Бетховена, мы сознаем, что совершил его гений, для которого и невозможное возможно. Наш рассказ о детях. О детях, которые учатся слышать. Сегодня мы хотим представить вам ребят поближе, рассказать о них подробнее. Для этого подготовили фрагменты записи телепередач, любительские видеозаписи разных лет, кадры из документального фильма заслуженного деятеля искусств Даврона Салимова «Хор». Вы сможете услышать ребят, заглянуть в их глаза, а в качестве эпиграфа предлагаем поэтические строки Марины Корольковой, которые она посвятила этим детям. «Пение птиц слышать нам не дано. Мы смотрим на мир, как в немое кино. Мир звуков хотим для себя мы открыть, с помощью музыки заговорить». Совсем еще юный исполнитель. Он еще не волшебник, он еще только учится слышать звуки музыки. Моцарт, минуэт. На блокфлейте играет Тюгай Юра. Партия фортепиано Виталий Сафонов.
начать играть и на фортепиано. Гарри. Без сомнений есть надежда в том, что он к концу учебы будет нормально с вами разговаривать так же, как и я. Скажем, вот так ему легче. А мы заставляем его слушать. Потом говорит, ты слышишь, ты же можешь. Школа-интернат для слабослышащих детей образовалась в 1949 году на базе школы для глухих детей. Школа-интернат для слабослышащих детей принимает к себе с 5-летнего возраста, где обучаются дети с 5-летнего возраста и находятся некоторые 12 лет, а некоторые 10 лет, потому что наша школа-интернат имеет два отделения. Первое отделение и второе. В основном дети делятся по речи и по слуху. В общем-то, в школе проводится очень большая реабилитационная работа. И если раньше мы думали о том, что слабослышащего ребенка нельзя научить музыке, то сейчас мы говорим об обратном. Дети инвалиды детства по слуху играют в духовом оркестре. Ведь это как прекрасно. Раньше никогда даже разговора не было такого, что эти дети с пониженным слухом могут быть в мире музыки, общаться с музыкой. На территории нашего государства и на территории, в частности, СНГ, это единственный духовой оркестр, в котором играют дети с пониженным слухом. Thank you.
нашем отделении, где дети поступают с 5-летнего возраста и без речи. Как тебя зовут? Злата. Злата. Как твоя фамилия? Как зовут папу? Как папу зовут? Папу, как зовут? Папа Игорь. Маму как зовут? Маму как зовут? Мама Ира. Мы находимся в 3-м А-классе. Какие главные герои в сказке «Колобок»? Таня? Катыся. Какие главные герои? Чайка. Зайка. Матопыт. Фолк. Анча. Хорошо. Чему учат сказки? Сказка называется... Нет, чему учат сказки? Сказки учат. Сказки учат доброте. Так, Петя. Сказки учат, чтобы мы были тут, там были, там были, там были. Так, хорошо, хорошо. Надя, какие главные герои в сказке «Маша и Медведь»? Какие главные герои в сказке «Маша и Медведь»? Главные герои Маша и Медведь, собака, бабушка. Бабушка, хорошо. Играет Надя Кузьма. Яша, ты у нас один из стариков, который занимается в этом музыкальном кружке. Скажи, пожалуйста, на каких ты инструментах играл? На саксофоне. Только на саксофоне? Барабан. На барабане. Еще? Большой барабан, маленький барабан. Маленький барабан, большой. Так, а теперь скажи, пожалуйста, какие произведения, каких композиторов вы играете? Произведения композиторов Мендельсона, Брюнова, Баха и народные мелодии. Народные мелодии. Андижанскую польку играете? А? Андижанскую польку играете? Играете. Скажи, пожалуйста, на каком инструменте ты играешь? Я играю на саксофоне. На саксофоне. А раньше на каком инструменте ты играл? Играл барабан, большой барабан, треугольник, альтутка. А тебе нравится играть? Да, очень нравится. Очень нравится. Пожалуйста, Света, я помню, ты тоже занималась музыкой. Да, я раньше занимала, сейчас трудно, не стала заниматься. А ты мне, пожалуйста, скажи, на какой ты ходишь? Я играю на этом инструменте, тенор кларнет. Так. Нравится тебе этот инструмент? Да, очень мне нравится. Вот теперь скажи, тебе музыка в жизни помогает? Да, для меня помогает. Для тебя помогает. А вот как она тебе помогает? Ты лучше слышать стала? Лучше стала разбираться в жизни? Как? Ну, лучше стала слышать. Лучше стала слышать? Да. Так, а наоборот, тебе... развивает слух. Вот. Значит, музыка развивает слух. Thank you.
Несколько лет назад я получил приглашение от Рафаэля Манановича Аспанова и Дмитрия Борисовича Годеса работать с детьми, инвалидами детства по слуху. Поначалу я высказывал сомнения в том, смогу ли я работать с такими детьми, буду ли я полезен им как профессионал, если речь идет лишь о восстановлении слуха, смогу ли научить их музыке. Оказалось, что мои сомнения напрасны. Все знания и умения мои пригодились в работе. Наша главная задача при обучении этих детей и в общении с ними состоит в том, чтобы убедить их, доказать им, что они могут слышать, могут и должны говорить, осознавать услышанное и развиваться как музыканты. Рождение коллектива – сентябрь 1980 года. В 1983 году дети-инвалиды по слуху получают возможность учиться в музыкальной школе. С этого же 1983 года ребята в составе оркестра, ансамбля и в качестве солистов принимают участие во всех конкурсах, проводимых среди учащихся детских музыкальных школ и школ искусств города Ташкента. Достойно соперничая со слышащими детьми, неизменно завоевывают дипломы и звания лауреатов. Дважды солисты оркестра завоевывали звание лауреатов республиканского конкурса юных музыкантов имени Мухтара Ашрафи. Солистка Мирзахмедова Хилова. Воспитанники специального интерната для слабослышащих детей являются одновременно учащимися нашей музыкальной школы. И эти дети с успехом справляются с программой музыкальной школы, участвуют на различных конкурсах, фестивалях среди детских музыкальных школ и наряду с другими участниками, с такими же условиями, с такими же требованиями. И неоднократно занимали призовые места. В этом, конечно же, огромная заслуга их наставников, учителей, фанатиков своего дела. И это, можно сказать, энтузиасты, которые на практике доказывают пословицу «нет плохого ученика, есть плохой учитель». И, конечно, за этим кроется огромный тяжелый труд, требующий огромного терпения наших учеников, их усидчивость, надежда и вера наших детей. Наш музыкальный коллектив, то есть духовой оркестр, действительно уникальный.
Будучи на международном симпозиуме в Непале, когда собирались дефектологи всего региона Средней Азии, Азии, и были представители Франции и многих других государств, дефектологи, и когда я показывала наш фильм о нашем интернате и о нашем духовом оркестре, они действительно были удивлены, потому что аналогов в мире такого духового оркестра, где играют слабослышащие дети, и можно сказать, даже глухие дети, нет действительно нигде. Thank you.
стал бороться. Лучше говорить стала, лучше общение у нее со всеми людьми, со всеми, с музыкой. Это же очень прекрасно. Я очень горда своей внучкой. И очень всем преподавателям большое-большое огромное спасибо, что они, у них такой труд, такой тяжелый. И они так хорошо относятся к нашим детям. Это очень-очень великий труд, конечно. Я испытывала большую радость, счастье, что все были дети, все были довольны, все родители, все слушатели, все бурно аплодировали, все даже стоя и кричали «Браво!». Оркестр, конечно, дает очень много нашим детям. Во-первых, у наших детей очень при поступлении в школу плохая артикуляция. То есть и речь, почему у них не развита? Потому что плохая постановка звуков нет. А для того, чтобы правильно произносить звуки, это значит, нужен хороший развитый артикуляционный аппарат. То есть движение губ, движение языка, движение верхнего неба, дыхание должно быть. И духовой оркестр именно этому способствует. Потому что прежде чем работать на каком-то виде инструменте, например, на трубе там, или на тромбоне, или на саксофоне, губы работают. И это, конечно, естественно, помогает нам в работе. И главное, то, что наши дети теперь могут слушать музыку. Beep.
Умурзак Абдуллаевич, я знаю, что вы дружите с этими детьми, дружите с этим коллективом, и знаю, что вам есть что о них сказать. Вы действительно правы. Я этот коллектив знаю очень давно. На протяжении более 10 лет я как председатель жюри городского смотра юных талантов слушал их, наблюдал за ними. И вы знаете, вы сказали, что уникальный. Это на самом деле уникальный, по-моему, я не знаю, на всем свете или в мире есть ли такой коллектив. Потому что дети, которые почти ничего не слышат, и вот они делают, я на мой взгляд сказал бы, чудеса. Вот вы сейчас послушаете когда и скажете сами, что это на самом деле так. Знаете, дети, которые не слышат и великолепно интонируют на таких инструментах, как кларнет, саксофон, тромбон, ну даже, вы знаете, такой инструмент, как туба, где даже человек с хорошим слухом не всегда чисто может интонировать и играть на этом инструменте. Поэтому я просто восхищаюсь вот этими педагогами, которые на протяжении этих лет никогда не жалуются, устали, времени нет или что-то. Это люди, которые любят не только свою профессию, а любят вот этих замечательных детей, и которым они дают возможность, ну, я бы сказал, чувствовать себя полноценными людьми, как вот наши обыкновенные дети, которые, я бы говорю обыкновенно, потому что имеют слух, зрение и так далее. Поэтому я еще раз говорю, я просто, когда их слушаю, я не могу спокойно говорить, потому что это действительно чудо. И эти дети, вы посмотрите, у них лица, они выражают то, что вот они чувствуют внутренне, музыку. И здесь все написано. Это, я думаю, что-то не каждому это дано.
Наши музыканты не чувствуют себя изолированными от общества, не страдают от дефицита информации. Они общаются, музицируют с выпускниками, учащимися детских музыкальных школ, с профессиональными артистами, музыкантами. Они нормально чувствуют себя среди слышащих детей, стремятся стать похожими на них, вырабатывают навыки развернутой речи, позволяющие общаться. Благодаря чудодейственной силе музыки происходит предельное включение неслышащего ребенка в мир слышащего окружения.
Музыканты нашего оркестра выступают и как солисты, и как ансамблисты. Задачи воспитания и обучения мы понимаем так, чтобы не только научить детей играть на том или ином инструменте, а воспитать в них чувство нужности другим людям, активного участия в общественной жизни страны. Отсюда и стремление выступать как можно чаще, принимать участие в различных мероприятиях и концертах. Думаю, что немногие детские школьные оркестры могут похвастать таким количеством выступлений, как наш. Для нас же это является системой, если хотите, нормой. Отсюда выбор репертуара, который включает в себя произведения композиторов Узбекистана, народные мелодии, музыку народов мира, а также произведения европейской и русской классики. Естественно, наш репертуар непрерывно обновляется. Мы стараемся привлекать наших композиторов к созданию новых произведений для нашего оркестра. Вся наша деятельность направлена на воспитание в наших учениках чувства причастности к тем событиям и свершениям, которые происходят в нашей независимой республике. Воспитание патриотизма и гордости за нашу страну. В 1981 году состоялось первое выступление на большой сцене, на сцене Узбекского академического театра драмы имени Хамзы. В последующие годы ребята побывали с концертами во многих детских студенческих оздоровительных лагерях Ташкентской области. Выступали на лучших площадках, на самых престижных сценах столицы Узбекистана, включая Большой зал Ташкентской государственной консерватории имени Мухтара Ашрафи, Государственный академический Большой театр Узбекистана имени Алишера Наваи, Дворец Туркестон. Ребята выступали перед сотрудниками дипломатического корпуса, представителями Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ. Деятельность коллектива высоко оценили доцент педагогического университета, кандидат наук Убайда Файзиева, доцент Ташгосконсерватории, заслуженный артист Сафаров, другие представители образования, науки, культуры, общественных и международных организаций. Дорогие товарищи, товарищ Аспанов Рафаэль Мананович награжден значком отличника народного образования. Это самая высокая награда нашего министерства. Разрешите уважить.
за участие в фестивалях и смотрах, за активную концертную деятельность, за пропаганду узбекского музыкального искусства коллектив учащихся и преподавателей награждались почетными знаками, дипломами и грамотами различных ведомств и учреждений, ценными подарками. Я плакала, глядя на этих детей, которых педагоги научили быть не ущербными, не чувствовать себя второсортными людьми, а жить в искусстве, жить музыкой. Наш коллектив знают далеко за пределами республики. Документальный фильм «Хор» кинодокументалиста Добруна Салимова демонстрировался во Франции, Германии, Турции, Санкт-Петербурге. О наших воспитанниках, об их успехах в музыкальном образовании рассказывало республиканское и зарубежное радио, узбекское телевидение, а также общественное российское телевидение. Множество восторженных статей в республиканской печати, также статья в московской медицинской газете, статья в лондонской газете «Русский телеграф». В одной из статей коллектив назвали «восьмым чудом света». Thank you.
Вы понимаете, что методика преподавания и, в первую очередь, критерии отбора у нас совершенно иные, чем в обычной музыкальной школе. Ведь в нашем случае не приходится говорить об отсутствии или о наличии музыкального слуха. Это? Да. Ре. Скажи еще раз. Да. Это? Да. Да. Си. Да. Си. Да. Си. Са. Молодец. Составляет больных с заболеванием уха, то есть больные плохо слышащие. По литературным данным, 6% населения земного шара страдает разной степени нарушением слуха. Эта цифра год за годом растет. То есть больных с нарушением слуха увеличивается, особенно они в больших городах. Это создает большую социальную проблему, а их реабилитация играет большую роль. У плохослышащих нарушается и как костная проводимость, и воздушная проводимость, но у них хорошо развита тактильная чувствительность. Раньше мы детей плохослышащих делили на детей слабослышащие и детей глухие. А исследование ученых последних лет показывает, что абсолютно глухого человека нет на свете. А исследование их слуха, вот в Республиканском центре реабилитации слуха, показывает, занятия с музыкой, разными, значит, музыкальными инструментами, как раз и развивает вот оставшиеся островки слуха. У нас в республике, я знаю такого человека, этот педагог давно, в течение более 15 лет, занимается с слабослышащими детьми. Это Рафаэль Аспанов. Педагоги во главе Рафаэлем Аспановым слух музыкальный развивают. Это, во-первых, поднимает настроение детей. А во-вторых, у них развивается навык к музыке, и человек становится полноценным человеком. Он быстрее уживает к людям, к социальной среде. Это облегчает их жизнь. И они, значит, живут как нормальные люди. Вот. Я знаю многих детей в их ансамбле, которые музыкально реабилитируются, еще улучшается слух. И я пришел как специалист к выводу. Не только слабо слышим, просто плохо слышим. Вот раньше которых мы зачисляли даже в группу глухих, вот усердные занятия с ними, они у них улучшают слух. Они приобщаются к обществу, они, адаптационные механизмы развиваются, как-то они реабилитируются, и общение с ним становится лучше. Поэтому личное мое заключение, как врача-специалиста, надо с ними заниматься музыкой. Вот. Наблюдение последних 15 лет с
педагогом Рафаэлом Аспановым, это еще раз убедительно показывает, что музыкальная реабилитация, она просто необходима, нужна. Вот. И это надо объяснять родителям, педагогам. Вот. И это дело надо продолжать. Вот. Я от души, как специалист, говорю этим педагогам тысячи раз спасибо, что они занялись такой очень трудной профессией. Здесь от педагога требуются большие нервные выдержки. Вот. И профессионализм. А у наших педагогов, кого я знаю, это у них есть. В оркестр мы принимаем практически всех желающих. И со временем большинство наших воспитанников слух обнаружат. Такова сила методики. Обучение, как правило, начинаем с ударных инструментов, параллельно осваивая духовые. В нашем распоряжении большой выбор. От треугольника и блокфлейты до тубы и большого барабана. При подборе инструмента мы прежде всего ориентируемся на то, колебания какой частоты, то есть какой высоты звук, какой тембр способно уловить ухо этого ребенка. Затем различными методами постепенно повышаем слуховую чувствительность, расширяем диапазон восприятия. Мы доказываем ребенку, что он может, что способен слышать, а затем постепенно развиваем в нем потребность использовать эту способность. Неважно, на каком инструменте играет ваш ребенок, важно, что он учится концентрировать внимание, силу воли. Он учится слушать, а значит слышать. Это доказано практикой. Здесь уместно напомнить слова Ромена Ролана. Музыка подобна дождю, капля за каплей просачивается в сердце и оживляет его. Исполняет оркестр, автор Рафаэль Thank you.
вы мечтаете? Конечно, главная мечта, я думаю, вот, вот этот коллектив показать действительно где-нибудь за рубежами нашей страны, чтобы весь мир узнал, что вот в Узбекистане есть такой необыкновенный, необычный коллектив. Многолетняя практика доказывает, занятие музыкой способствует восстановлению и развитию остаточного слуха, развитию коммуникабельности, психологической, социальной реабилитации инвалидов по слуху. Сухомлинский высказывает такую мысль. Музыкальное воспитание – это прежде всего воспитание человека. Всем, кто удостоил нас своим вниманием, заключительные аккорды нашей встречи. Написано об уникальности, о социальной значимости, о нравственной ценности подобной деятельности. Однако нередко нам приходится доказывать, отстаивать право на существование. К сожалению, мы часто сталкиваемся с равнодушием. 2000 год объявлен в нашей стране Саглом Аллот Гилей, годом здорового поколения. ЮНЕСКО объявила 2000 год годом культуры. Хочу сказать, чтобы услышали все слышащие. Господа, судьба этого необычного коллектива, а значит судьба каждого нашего воспитанника, зависит от нас с вами. От каждого, кто не может быть равнодушным. От каждого, кто не имеет права быть равнодушным. От каждого, кто умеет слышать чужую беду.